«Идеальный свидетель» – лирическая комедия о нежности, страсти и любви. Звезды российского театра и кино выступят для вас в ярких декорациях. Тонкая и трогательная история в стенах театра имени Лермонтова уже 5 марта. Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Еще два случая кори в Хакасии и два человека с подозрением – болезнь продолжает расходиться по региону. Зато яйца, как уверяет правительство, подешевели на 14 рублей. Обо всем подробно в материалах корреспондентов «Нота Бене». Меня зовут Анастасия Павлова. Здравствуйте. Насильно удерживали и требовали с родственников деньги. Силовики в Хакасии подозревают в похищении людей, организаторов клуба для алкоголиков и наркоманов. Кто-то принял решение агрессивных проводить эвтаназию, кто-то принял решение 3 месяца содержать. Парламент Хакасии решает, что делать с бездомными псами. Соседняя Тува эвтаназию разрешила. Виктор Буров взвесил все «за» и «против». Вот ваши билетики, пожалуйста, проходите. Белоярский кинотеатр после обновления пользуется спросом. Артем Михалков расскажет о второй жизни сельских кинозалов. Ты знаешь, моя жена. Неожиданное предложение руки и сердца получила спортсменка на чемпионате Хакасии по бодибилдингу. Обещали излечить от наркомании и пьянства, но вместо этого лишили зависимых людей свободы. В таком следователи подозревают реабилитационный центр в Усть-Абаканском районе. Появилась информация даже о вымогательстве, и в итоге в здание нагрянули бойцы СОБРа. По предварительной информации, злоумышленники создали в 2021 году благотворительный фонд «Ключ к жизни». Расположился он на станции Хоных Усть-Абаканского района. Семьи зависимых ежемесячно платили деньги за реабилитацию своих близких, но вместо этого люди лишились свободы и терпели психологическое и физическое насилие, пишет полиция. По версии следствия, летом прошлого года злоумышленники убедили мужчину и женщину, страдавших алкоголизмом, обратиться за лечением в их реабилитационный центр. Плата за услуги составила 30 тысяч в месяц. Но по факту подозреваемые и не собирались помогать абаканской паре. Обманом злоумышленники похитили мужчину и женщину и держали их у себя. Организатору реабилитационного центра 45 лет. Ему помогали 6 подельников от 28 до 40 лет. Среди них 2 женщины. Еще 2 случая заражения корью в Хакасии – это сестры, и они без прививок. Одна из Берекчуля, другая из Абакана. Она приезжала в село. Родственницы дома под наблюдением врачей. На прошлой неделе в Берекчуле медики посадили на карантин пару – бывшего бухгалтера местной школы и мужчину, который приехал к ней из Красноярска. Подтвердился ли диагноз у красноярского гостя, неизвестно. Это ответственность соседнего региона. Глава Аскисского района говорит, в Берекчуле много староверов. Они не вакцинируются и детей не прививают. Сейчас врачи работают над тем, чтобы переубедить сельчан. С конца января подтвердилось в республике 8 случаев кори у детей из Абакана и Черногорска. А сейчас под вопросом еще 2 взрослых. Они с новыми больными девушками не связаны. Подробностей по ним пока Минздрав не дает. В больнице остаются также 4 детей. Состояние стабильное. Отметила 23 февраля и пьяная поехала за рулем с ребенком на заднем сидении. Полиция показала видео с водителем на веселе из Черногорска. 28-летняя дама попалась инспектором в субботу в 3 часа ночи. Сначала силовики заметили спящего ребенка без кресла, а пока оформляли штраф, почувствовали шлейф алкоголя. Речь и неустойчивые позы тоже выдавали. Все-таки трубочку дышать будете? Да я дышу. Надо более длительный выдох. Согласна. Я знаю, все хорошо.
Только на видео девушка дула в алкотестер 3 раза. В итоге инспекторы увезли ее на медосвидетельствование. У врачей женщина призналась, что выпила чуть больше бокала виски. Проверка показала опьянение почти в 5 раз больше нормы. Цены на яйца растут медленнее, чем раньше. Национальный банк Хакасии посчитал, что в январе стоимость менялась не так резко, как в декабре или ноябре. В целом продовольственная корзина подорожала на 9%, а месяцем ранее была 9,5%. А наше правительство уверяет, что цена за десяток даже упала на 14 рублей за месяц. Сейчас, по данным чиновников, средняя 124 рубля. Напомним, в конце декабря, когда цена достигла 170 рублей, антимонопольная служба собрала на переговоры правительства и продавцов. Чиновники предложили установить надбавку не больше 5% от оптовой, но в ответ получили отказ. Однако продавцы еще в пандемию подписывали соглашение о надбавке не больше 10%, и вот сейчас она держится, уверяет пресс-служба Минэконома Хакасии. В Хакасии региональный материнский капитал в 2024 году станет больше на 5000 рублей. Планируется индексация на прогнозируемый уровень инфляции 4,7%. Для многодетных семей выплата станет 113 390 рублей. Семьи из малых сел получат 226 780 рублей. Когда именно произойдет индексация, Минтруд Хакасии сказать не может. Правительство только разрабатывает постановление. Скорее всего, те, кто до индексации заберет выплату, останутся без повышения. К новостям вернемся через 2 минуты. А сейчас информация от генерального спонсора выпуска магазина «Дом текстиля». В магазине «Дом текстиля» вы точно найдете подарки своим любимым женщинам. Постельное белье, банные полотенца различных цветов, наборы от 1350 рублей. Женские халаты и наборы для сауны, а для любительниц готовки – наборы кухонных полотенец от 400 рублей. В магазине «Дом текстиля» всегда большой выбор, а цены, пожалуй, ниже, чем в интернете. Ярыгина, 21 и павильон «Текстиль» на Китайском рынке рядом с отделом «Ковры». Я считаю, всегда считала, и сейчас считаю, тем более, что их надо умертвлять. Пострадавшие от собак не сомневаются, а вот власти Хакасии еще не решили, что делать с проблемой бездомных собак. Схема со стерилизацией и выпуском на волю не сработала. До 8 марта остались считанные дни, а маму поздравлять надо. Радищики Юга Сибири объявили конкурс песен о маме. Подскажем, как поучаствовать. «Идеальный свидетель» – лирическая комедия о нежности, страсти и любви. Звезды российского театра и кино выступят для вас в ярких декорациях. Тонкая и трогательная история в стенах театра имени Лермонтова уже 5 марта. Папа! Агенты, прохожу первый периметр безопасности. Приготовились. 3, 2, 1, дверь! Агенты, спасибо за поддержку. Миссия выполнена. Сюрприз! Сюрприз! Настрой свою безопасность. Подключи домофон 2.0 от компании Orion Telecom. Любите домашние блинчики? А времени на приготовление теста нет? Мы знаем, как вам помочь. Готовое тесто для блинчиков вкусней, быстро, натурально и очень вкусно. Вкусно и еще вкусней. Малитта. Это мягкая мебель с европейским комфортом. Это стильные, удобные и экологичные диваны от европейских дизайнеров. Малитта. Стиль, качество, роскошь. Выбирайте мебель от компании Малитта. Абакан, торговый комплекс Енисей. В Экомаркете «Польза» знают, что такое натуральный продукт. Чаи и масла, товары для веганов и безглютеновые продукты. А по средам минус 7% на все. «Польза», Крылова 55Б, на территории сельскохозяйственного рынка.
Ликвидировать или содержать в приюте? Хакасия пока не решила, что делать с агрессивными бездомными собаками. В соседней Туве депутаты на прошлой неделе приняли закон об эвтаназии. Право самостоятельно решать проблему дали регионам федеральной власти. Когда в нашей республике появится ясность и почему нынешние методы борьбы неэффективны, в специальном репортаже Виктора Бурова. Даже спустя полтора года после нападения собаки Галина Горбунова не может самостоятельно есть, расчесывать волосы, надевать одежду. За бабушкой ухаживает 10-летний внук Ваня. Чтобы помыться, приходится за деньги нанимать соседку. В августе 22 года недалеко от дома обезумевшее животное превратило руки и ногу Галины Васильевны в месиво из костей. В больнице сказали, что мало шансов, что выживет. Я молился, чтобы, все было хорошо. Вместо костей у 81-летней бабушки теперь металлические пластины. Пенсионерка пережила 4 операции, 3 месяца женщина передвигалась на коляске. От страшных болей бабушка до сих пор просыпается по ночам. Собака, которая растерзала пенсионерку, по сути, была бесхозной. Сначала бросили одни хозяева, затем другие не следили за ней. Животное бесконтрольно гуляло по деревне. Ответственность за увечья никто не понес. Что делать с агрессивными бродячими псами у пострадавшей Галины Васильевны, теперь один ответ. Я считаю, всегда считала, и сейчас считаю тем более, что их надо умертвлять. Да потому что они кидаются на людей. Они как кидались, так и кидаются. Вот сколько по телевизору видишь, и ребенка 10-летнего, вот когда я лежала в Прокопьевске в больнице, и 10-летнего мальчика тоже привезли. А ему еще жить да жить, а его порвали собаки. Ну и что, он уже вот такой же, как и я, будет. Только за прошлый год от укусов бродячих собак в Хакасии пострадали больше 200 человек. На борьбу с агрессивными животными в 2024 году власти республики заложили 140 миллионов рублей. По закону бездомышей отлавливают, стерилизуют и возвращают обратно в город. Маленькую долю самых агрессивных оставляют в приюте. В теории стерилизация должна была уменьшить количество собак на улице. Однако, по данным администрации Абакана, метод не сработал, потому что денег выделяется недостаточно. Отлов в режиме ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, будут тогда эффективными, когда одномоментно отлавливаются около 70% популяции всех собак. Поэтому этой цифры надо достигать, иначе что происходит? Собаки размножаются быстрее, чем мы их отлавливаем. Федеральные власти с этого года дали регионам право самим решать, умертвлять агрессивных животных или по-прежнему тратить миллионы на их содержание в питомниках. Тема сложная. Если поспрашивать на улице, то единого мнения не будет. Только аннулировать. Больше тут ничего не поможешь. Что-то с ними случилось, они агрессивные. Они, собаки, нападают на людей. То надо кого спасать, собак или людей, как вы думаете? Они же не виноваты. Если бы люди так же вот себя вели, что их тоже убивать, что ли? Ну нет, конечно же. Только в приюты. Нужно сперва что-то делать с агрессивными людьми, которые делают агрессивными собак и выгонят их на улицу. А потом уже решать проблемы с собаками. Зоозащитники настаивают, эвтаназия не поможет искоренить проблему бродячих собак. Начинать нужно с безответственных хозяев. Сколько можно говорить? Пока домашних собак с улиц не уберут, пока их не перепишут и не начнут штрафовать хозяев, ничего не изменится. Ничего. Хакасия пока думает, как защитить людей от агрессивных собак. Соседняя Тыва стала 6-м регионом России, кто принял решение в пользу умертвления. Сейчас этот вопрос прорабатываем. Вот все регионы, они по-разному приняли. Кто-то принял решение агрессивных проводить эвтаназию, кто-то принял решение 3 месяца содержать, никогда не устроят, не найдут нового хозяина. Споры, как поступить, не умолкают даже в тех регионах, где эвтаназию разрешили. К примеру, в Забайкальском крае прокуратура посчитала умертвение беспризорных животных незаконным и пошла в суд. Решение пока не принято. В Хакасии тем временем возникла еще одна проблема с нынешними мерами борьбы. Отловщики не хотят бегать с агрессивной собакой за 145 рублей. Именно столько сейчас стоит отлов. Как нам рассказали в Верховном Совете, в Хакасии всего 2 подрядчика, которые занимаются отловом бездомных собак. И на этот год предприниматели заключили контракты пока только с Абаканом, Устьябаканским и Алтайским районами. В отдаленные территории заходить не стали, потому что это невыгодно.
В правительстве данную информацию отрицают, говорят, контракты заключены со всеми районами. Что касается, какой способ борьбы с бездомными сами выберет Хакасия, станет понятно в конце марта. На очередной сессии депутаты расскажут о своем видении наболевшей проблемы. Виктор Буров, Григорий Сараев, Наталья Курцева, Нота Бена. Через год россияне могут запретить себе брать кредиты. Владимир Путин подписал законопроект. Запрет можно ставить на кредиты в банках или займы в микрофинансовых организациях. Это сделано для того, чтобы оградить себя от мошенников, если к ним в руки попадут ваши персональные данные. Запрет нельзя взять на ипотеки, автокредиты, а также займы на учебу по господдержке. Установить или снять запрет можно будет через МФЦ или портал госуслуги. Если от человека поступает заявка на кредит, то закон обязывает банки и микрофинансовые организации запросить информацию о запрете. И если ограничения есть, то кредитор должен отказать в займе. В случае заключения договора банки не смогут требовать от заемщика уплаты долга. Парк культуры и отдыха выиграл в голосовании на благоустройство. Мэрия Абакана в соцсетях спрашивала горожан, что бы им хотелось отремонтировать за федеральные 100 миллионов рублей. Москва устраивает конкурс на эти деньги, и одно из условий – провести голосование. За городской парк проголосовали почти 5000 человек. Ближайший конкурент – Черногорский парк – набрал 4400 голосов. Что мэрия поменяет в зоне отдыха, пока неизвестно, но разгуляться там есть где. Абаканцы явно не будут против расширения пляжной зоны. Новые дорожки, скамейки и туалеты тоже придутся к месту. Рассказать о своем видении горожане смогут на следующей стадии конкурса. Будет анкетирование. Если Абакан победит, то деньги дадут в 2025 году. Добавим, город уже участвует в программе благоустройства с Парком Победы. В этом году начнется его реконструкция. 2000 проданных билетов за 2 месяца. С конца декабря в Белом Яре работает свой зал с современным оборудованием и новинками проката. 17 лет назад в райцентре был последний сеанс, а теперь почти каждый день с большого экрана герои фильмов рассказывают зрителям свои истории. Артем Михалков о возвращении большого кино в село. Вот ваши билетики, пожалуйста, проходите. Сегодня кинозал Дома культуры в Белом Яре в распоряжении подрастающего поколения. На экране зарубежная анимация про отважных зверей. В обновленном зале, на новом экране и с объемным звуком проникаешься картиной. Хотя еще в прошлом году вряд ли могли подумать о том, что здесь будут показывать кино. Но зазвучали инструменты, началось обновление кинозала. Пришло оборудование, его районный дом культуры купил по программе от фонда кино и Минкульта страны. И теперь вместо молотков в ДК стучит кукуруза в попкорнице. Ну, очень классно. Не надо в Абакан ехать. Я вот ездила на «Лед-1», на «Лед-2». В Абакан смотрела, а теперь вот третий фильм посмотрела здесь. Уже не выезжая никуда. Да. Репертуар кинозала в Белом Яре, как и положено, по условиям фонда кино, практически из отечественных картин. Но есть в расписании и зарубежные фильмы. Свой зритель найдется. Плюс у нас программа, вот большое спасибо Алтайскому району и управлению образования. Они привозят нам школьников, то есть на те фирмы, которые Пушкинской картой одобрены, приезжают ребята автобусами, прямо мы показываем им кино. Те, кто постарше, да, те, кто фильмы более старше, а младше, у нас вот мультики много. Я даже специально, вот человек у нас в Москве занимается репертуаром, я прошу у него побольше, например, мультфильмов в дневные часы, чтобы у нас и младшие школьники тоже могли смотреть, приезжать. Подобных кинозалов с обновленным проектором, экраном и акустикой в республике 6. За последние годы они появились в Черногорске, Аскезе, Бее и Саяногорске. И вот теперь 7-й в Белом Яре. И, возможно, будут еще, которые обновит фонд кино, но пока на наш Минкульт заявки никто не подавал. Мы с тобой на фото, да? Кто он такой? Что мы тут делаем? Как только в клубе появляется кинозал и зрители, это меняет культурную жизнь села. В Белом Яре даже само здание обновилось. На ремонт вместе с оборудованием кинозала ушло почти 15 миллионов рублей. Тут и федеральные, и республиканские деньги, плюс район вложился, и сам ДК. Как рассказал директор, не осталось ни одного помещения, где не побывали строители или отделочники. Артем Михалков, Евгений Сульбереков, Нота Бена.
Хакасия отремонтирует 22 километра дорог в этом году по нацпроекту. Откапиталят участки трасс Белый Яр, Бея, Аскиз, Абакан, Агдавурак, Ужур, Троицкая и Аскиз, Вершина Тёй. Еще дорожники приведут в порядок мост через ручей на дороге Куйбышева-Кайбалы в Бейском районе. Далее еще 5 новостей. В Черногорске по Советской на 9 этаже многоквартирного дома горел балкон и комната. Вероятно, замкнула проводка. До прибытия пожарных 15 человек сами эвакуировались из дома. Пожилую женщину увезли в больницу, надышалась угарным газом. 6 марта в Абакане МЧС проверят системы оповещения. С 10.40 на 3 минуты завоют сирены. В это же время в эфире ТВ и радио начнется трансляция информационного сигнала «Внимание всем». Сергей Демчук, паралимпиец из Хакасии, занял 3-е место на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Бронзовую медаль наш спортсмен получил на дистанции 3 километра. Вачинский мужчина угрожал продавцу, похитил 16 тысяч рублей из кассы и убежал. Кассир попросила прохожих поймать нарушителя. Мужчины догнали грабителя и держали до приезда полиции. В Испании неизвестный пробрался на винодельню и вылил из 5 резервуаров 60 тысяч литров вина. Ущерб на 2,5 миллиона евро. Полиция предполагает, что это кто-то из сотрудников, так как он легко ориентировался в темноте, сообщает портал SWNS. Спеть песню, получить подарок для себя и мамы. У «Радио Сибири» новый конкурс. Ведущие утреннего шоу «Жесть утра» наградят 3 лучших исполнителей песни про маму. Так и себя порадуйте, и самого близкого человека поздравите в прямом эфире. До 8 марта остались считанные дни, а маму поздравлять надо. Ведущие Антон Давыдов и Дмитрий Мишаков предлагают исполнить любую песню, кавер или свою. Главное про маму. Петь хоть хором, всей семьей, хоть одному. Формат аудио тоже не важен. Можно записать как в студии, так и на телефон. Все аудиопоздравления прозвучат в 6 утра. Отправлять нужно в официальную группу «Радио Сибирь» во ВКонтакте. Прикрепляйте трек к закрепленному посту. Либо отправляйте в Телеграм, WhatsApp, Viber на номер 8-923-594-103-7. Обязательно пометка «Песня для мамы». 6 марта все это подытожим. Угу, вместе выберем 3 лучших. Пригласим их сюда, в студию «Радио Сибирь». И даже покажем в программе «Нота Бене». В «Нота Бене». Да. Ну, естественно, мамам победителей, вот этим 3 прекрасным мамам, да, подарим шикарный букет цветов. Атлеты Сибири выяснили, у кого из них самое красивое тело. В субботу завершился чемпионат по бодибилдингу. Он был представительным. 96 спортсменов приехали в Абакан. Как рассказывает президент Хакасской Федерации, турнир прошел блестяще. И это не только из-за побед и красивого шоу. Во время выступления одна из спортсменок получила предложение руки и сердца. И сейчас меня интересует самый главный вопрос моей жизни. Сказала «да», еле сдерживая слезы, спортсменка Ирина Чебодаева. И это совсем не элемент шоу на открытом чемпионате Хакасии по бодибилдингу. Для организаторов это тоже стало неожиданностью. Абаканцы, кемеровчане, красноярцы, кызыльцы и другие сибиряки собрались, чтобы перед судьями дефилировать и вставать в наиболее эффектные позы. Задача – подчеркнуть отдельные группы мышц. Длился турнир почти 8 часов. Были и новые элементы шоу. Организаторы придумали выход моделей в костюмах ангелов. А в перерывах зрители развлекали силачи. Они поднимали 125-килограммовые шары «Атласа». Уже 5 лет Хакасия проводит соревнования по бодибилдингу. Республику представляли 19 спортсменов, и почти все забрали призовые места в своих номинациях или вошли в топ-6. Пожалуй, еще один беспроигрышный подарок для мам – это время для себя. А если эти мгновения провести в состоянии релакса и умиротворения, то это даст каждой женщине незабываемые эмоции. Дельные вещи расскажут, где приобрести сертификаты на СПА-программы. В
Время от времени каждая женщина должна позволять себе роскошь замедлиться и прислушаться к себе. Атмосфера спа-салона с приглушенным светом, расслабляющей музыкой и травяным чаем – отличная обстановка для отдыха. Сразу со входа гости погружаются в мир таежных ароматов и настраиваются на волну легкости и удовольствия. Поэтому, если вы не знаете, какой подарок сделать на 8 марта, присмотритесь к сертификатам на релакс-процедуры. Спа-программы продуманы так, чтобы гости отпустили стресс и набрали сил. Состояние умиротворения подарят и скрабирование, и обертывание. Программу можно подобрать на любой вкус, в том числе есть и парные процедуры. Сертификату в спа-салон порадуются и супруга, и мама, и сестра. В спа-салоне «Тайга» можно приобрести подарочные сертификаты к 8 марта. Подарите вашим дамам время удовольствия и отдыха, скидки на корпоративные заявки. Спа-салон «Тайга», Абакан, Некрасова, 41. Школьники Красноярского края могут бесплатно посетить Минусинск, а также Шушинское, Ергаки, Шарыпово, Енисейск и другие места по программе «Школьный туризм». С этого вторника у соседей начинается прием заявок на туристические сертификаты. Это что-то похожее на пушкинскую карту. Получить его могут ребята с 5 по 9 класс, номинал 10 тысяч рублей. А теперь о погоде. В Абакане ночью минус 24, днем минус 14 градусов. Среда. В столице ясная и спокойная. Ветер легкий 2 метра в секунду. В Саяногорске ночью минус 24, днем минус 12 градусов. Солнечно и почти штиль. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. На этом у меня все. Ваши видео могут попасть в сюжеты Нотабене. Если вы стали свидетелем чего-то необычного, снимайте все на телефон, лучше в горизонтальном формате, и отправляйте нам в любой из мессенджеров. Номер прежний 8 923 020 77 и 20. Всего хорошего. «Идеальный свидетель» – лирическая комедия о нежности, страсти и любви. Звезды российского театра и кино выступят для вас в ярких декорациях. Тонкая и трогательная история в стенах театра имени Лермонтова уже 5 марта. Размещайте рекламу на цифровом телевидении. Единая рекламная служба «Юг Сибири» – это целая обойма федеральных каналов в цифре. СТС, Домашний, РЕН-ТВ, Пятый, ТВ-центр. Звоните 348-348. Абакан, Щетинкина, 29-202-22. Саяногорск, микрорайон Центральный, 1.